Накануне в крещенский сочельник ивановцы по традиции собирались возле Иордани. В парк 1905 года пришло несколько сотен человек. В прорубь, вырубленную в форме креста, окунались трижды. Считается, что этот обряд приносит отпущение грехов. Уходя, верующие брали немного воды с собой, ведь если крещенской водой окропить каждый угол своего жилья, в доме будет мир и согласие. В святой праздник Крещения огромные очереди выстраиваются у православных храмов. Люди приходят за святой водой, ведь по народным поверьям в Крещении она приобретает целебные свойства. Несмотря на сильный мороз, верующие стоят на улице по несколько часов. Сегодня праздник великий. За водой пришли, в церковь сходили, помолились, свечки поставили. В очереди собираются с 5 утра. Набирают воду в банки, бутылки и канистры. Пожилые люди говорят, что если человек по серьезным причинам не приходит на службу, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь. Чудодейственную жидкость запасают на весь будущий год. После церковной службы людей в очереди окропляют святой водой. По словам прихожан, этот праздник не только приносит очищение духовное, но и укрепляет веру. Ты будешь верить, то когда веришь, все всегда исполняется. Также в делах, во всем веры, в делах и всех своих работе. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.